Я запрошую до центрального мікрофона Сергія Куніцина, радника президента України і народного депутата. Пане Куніцин, дехто із політиків пропонують законодавчо закріпити блокаду Криму. Інші ж навпаки кажуть, що блокада посилить на півострові несприйняття України, а отже блокада не бажана. От ваша думка як людина, яка була прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим і як кримчанина, які з прогнозів і закликів вірніші? Ви знаєте, я можу вам сказати, що ситуація такова, що на самом деле я привожу завжди такий примір. От якщо ви бізнесмен, у вас там, не знаю, магазин, кафе, і рейдери захватили магазин или кафе, и начинают на этом наживаться, а вы продолжаете поставлять туда продукты, товары, и они продолжают работать. Такое вообще возможно? Нет. Но если у нас забрали... А если рейдеры делятся с вами? Слушайте, рейдеры могут поделиться не со мной, а с теми, кто их навел. Поэтому я могу вам сказать, что с одной стороны, да, я крымчанин, я там 40 лет прожил, был губернатором Севастополя, премьер-министром, у меня там живет мама, которую я не вижу полтора года, потому что меня туда не пускают. Но я могу вам сказать, что по нашим прикидкам 100 тысяч тонн в месяц продовольственной группы товаров, я не говорю о стройматериалов, ежемесячно поступает в так называемую Крымскую республику. И мы в определенной степени, да, украинцы, способствуем тому, чтобы люди, которые жили там, а я как крымчанин могу вам сказать, что украинские продукты питания качественнее, вкуснее и дешевле. И те, кто сегодня там живут, знают, что скоропортящиеся продукты, которые идут там с Кубани, они гораздо хуже и гораздо дороже. Там сегодня цены сродни там Мурманску или Москвы. Тем самым поставляя, а в том числе половина продовольствия, которое поступало в Крым, уходила транзитом на материковую Россию. И в том числе поступали продукты питания в гарнизоны российской армии, которая оккупировала полуостров. Тогда мы задаем себе вопрос. Конечно же, это не главная цель, да, как бы понятно, что там, зная, что зомбоящик там постоянно говорит, что 23 года Украина ничего не делала для Крыма, а мы принесли вам рай. Понятно, что там говорят, это блокада, так сказать, которая нас там закроет, и понятно, что там найдутся тысячи тех, кто скажут, а вот там негодяи, там крымские татары, кто их поддерживает, кто таким образом поступает. Но с другой стороны, почему мы? Страна, у которой забрали там 15% территории, где мальчишки умирают на Донбассе за Украину, почему мы должны кормить чужую армию и способствовать тому, чтобы там жизненный уровень был выше, чем на материковой Украине, потому что каждая пятая гривна тратится из бюджета на войну. Когда я сегодня встречался с ребятами, которые воевали на Донбассе, и многие из них сегодня там на границе административной с Крымом, они мне говорят: командир, а за что мы воюем? За то, чтобы там кто-то поднимал 400% с каждой фуры? За то, чтобы кто-то на границе наживался? За то, чтобы мы кормили чужую армию? Что нам им ответить? Опаленным, обожженным. Поэтому я считаю, что здесь не только, конечно, как бы вот это нельзя назвать полноценной блокадой. Потому что я постоянно контактирую и с Джемилевым, и с Чубаровым. Афганцы, ветераны, я председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана. Херсонские афганцы завтра выходят в поддержку. Херсонцы, атошники выходят. Там батальон Донбасс, там батальон Айдар. Там приехали ребята. 30 общественных организаций украинских поддержали эту акцию. Там же люди спокойно перемещаются. Если ты везешь продукты питания, которые ты купил, нет проблем. Но почему мы должны способствовать этому массовому бизнесу, который поднимает там огромные проценты и дает возможность кому-то наживаться и в том числе способствует, так сказать, благосостоянию? Плюс я понимаю тех же крымских татар, у которых за полтора года оккупации, во-первых, десятки брошены в тюрьму, где Кальченко и Сенцова сделали террористами и посадили на 20 лет крымских журналистов, тоже нашли террористов. Где человек, который выходит к памятнику Шевченко и пытается возложить цветы, его бросают в каталажку. Какой механизм давления на так называемую оккупационную власть? Каков, если другого механизма нет?
Я когда работал мэром Севастополя и премьер-министром, мы с российскими регионами подписывали договора дружбы. Мы строили дома дружбы, с тем же Лужковым открывали. Мы открывали памятники Пушкину, Кириллу и Мефодию. Восстанавливали памятники героической обороны Севастополя. Это делала Украина. Мы не экспроприировали Московский государственный университет. А если мы построили за год, за миллиард гривен в 2009 году Банковскую академию украинскую, а пришли варвары и выгнали оттуда всех и забрали ее. Если я поставил памятник гетьману Сагайдачному, все украинские моряки там свадьбы играли, а через три дня после оккупации этот памятник снесли и выбросили на помойку. Я спрашиваю, это что, русский мир? Это что, цивилизация? Я русский человек, но я патриот Украины. Я такого русского мира не хочу. Поэтому я поддерживаю то, что делают эти люди, потому что у них другого механизма воздействия на тех правителей, так называемых, да, у них просто его нет. Господин Куницын, если звучат призывы к организации полной блокады Крыма, но это не производится, не делается, может быть, кто-то власти не заинтересован, чтобы такая блокада была? Ну, я могу вам сказать, что на самом деле отбрасываю всякие инсинуации, потому что со мной постоянно были, мы постоянно с Чубаровым и Джамилевым координировали свои действия, как крымчане. Мы не спрашивали согласия у кого-то, не ходили по высоким кабинетам. Это действительно был порыв людей. Но мы общались с руководителями правоохранительных органов и здесь, и там, потому что мы понимали, что там есть и диверсионные группы, там есть и шпионы, и разведчики, там есть и беспилотники, и там возможны провокации. Мы благодарны херсонской милиции, замначальника ОВД Киеве, батальону Херсон, ребятам, которые там вышли, потому что там действительно мы ждали, что провокации возможны, и они еще возможны, потому что, ну, как бы, не всем же это понравится. Сегодня, когда вместе с тем люди, которые проводят акции, стараются даже каким-то образом помочь. Вот там фуры, которые стояли, отработали с Романом Насировым с фискальной службы, чтобы те таможенные пошлины, которые были уплачены, чтобы им вернули, они могли уехать. А когда там отдельные начали кричать, что, ну, как бы, что вы нам не даете заработать, приехал херсонский военком и сказал, ты и ты в АТО были? Нет. Вот вам повестки, поехали. Развернулись и уехали. Никто воевать не хочет. Все хотят зарабатывать. Так все-таки, кто во власти не заинтересован в том, чтобы была настоящая, как говорит, например, Михаил Саакашвили, закрепленная на высшем законодательном уровне блокада Крыма? Знаете, я бы сейчас не говорил прямо о том, что мы должны там свет, вода туда и так не поступает. Для того, чтобы вернуть оккупированную территорию, любую, надо прежде всего вернуть умы и сознание людей. Если мы будем просто их как бы там гнобить, мы не вернем эту территорию. Но способствовать тому, чтобы там было очень хорошо, мы тоже не должны. 85% электроэнергии поступает с материка. 35% природного газа поступает с материка. Значит, вода, понятно, Северокрымский канал, это главная артерия. Профпригодной воды для питья там практически нет. Хоть они там скважинами пробурят весь полуостров, там нет практически питьевой воды. Я знаю, что там уже отравления идут, потому что вода. Поэтому я бы не говорил о том, что мы должны там все перекрыть и закрыть, чтобы люди там умирали. Но мы не должны способствовать своими действиями тому, чтобы там говорили, ой, как нам хорошо живется, что, зачем нам возвращаться, потому что там в Херсоне или в Запорожье Николаеве, у них там вообще, у них же главный один был аргумент, это война на Донбассе. Но когда сейчас две бригады отправили в Сирию, и когда уже грузы 200 начинают приходить в Крым и Севастополь, тогда там тоже люди начинают задавать себе вопрос, а что же у нас происходит? Поэтому я могу вам сказать, что здесь мы должны и крымчанам месседжи посылать, и не только месседжи, а системную сделать работу. Мы из-за войны на Донбассе, чего добивалась Россия, она пыталась войной на Донбассе, одна из главных причин, заставить нас забыть о Крыме. И эта акция, она заставила напомнить о Крыме. Мы должны, я вам один пример приведу. Вот мы сейчас 10 депутатов, в основном крымчан, которые Крым связаны с Крымом, написали Петру Алексеевичу Порошенко на прошлой неделе обращение, чтобы был указом президента в Херсоне воссоздан Таврический национальный университет имени академика Вернадского, который основал Первую Украинскую академию наук, который основал Таврический национальный университет. Там сегодня наши студенты, ребята молодые, которые закончили 4 года учились по украинской программе, получили дипломы, с которыми они никуда не могут, кроме России, поехать. Они хотят их обменять, а им негде.
Тысячи школьников закончили 11 класс, и они понимают, что с этим дипломом они не могут поступить в наши вузы и в европейские вузы. А что мы сделали для того, чтобы обменяли? Мы хотим, чтобы в Херсоне был Таврический национальный университет, чтобы там работало представительство президента, чтобы там работали структуры, которые могли этим тысячам крымчан дать эту пользу, чтобы там люди не чувствовали, что Украина их бросила и ничего для них не делает. Я просто привожу примеры, которые лежат на поверхности. Ну, наше министерство, я с Квитом Сергеем Ироновичем говорил, в этом году крымчанам дало 70, аж 70 квот для поступления в вузы. А Россия дала для крымских выпускников 15 тысяч квот. Вот разницу чувствуете? Поэтому до тех пор, пока мы не вернем мировоззрение людей, что на Украине так и лучше, а будем только просто вот их там гнобить, мы не добьемся результата. Здесь должна цивилизованная, и та же свободная экономическая зона, которую в свое время приняли, я против нее голосовал, потому что я знал, что она работать не будет. Ее надо на Херсонскую территорию разместить, открыть торговый центр, для того, чтобы люди туда приезжали и для нужд пропитания покупали себе продукты и без проблем как бы решали свои проблемы. Но чтобы туда десятки тысяч фур шли и кормили российскую армию, я против этого. Вы упомянули об участии в акции общественных организаций. Там также и политические партии принимают участие. Некоторые из них имеют вооруженные военизированные формирования. Вот Михаил Саакашвили сказал, оценивая нынешнюю блокаду, что, возможно, после этой акции неофициальные вооруженные формирования захотят получить власть. Мол, мы уже перекрыли границу, вот мы и есть власть. Насколько такая угроза реальна? Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что это далеко не правда. Потому что, когда мы обсуждали с лидерами крымских татар механизм проведения акции, мы принципиально сказали, в том числе и руководителям правоохранительных органов, о том, что ни у кого из участников акции не будет оружия. Его и так в стране более чем достаточно. Взрыв гранаты под Верховной Радой это показал. Поэтому там, ну если батальон Херсон, это батальон, там, сказать, МВД, да, то у них есть оружие табельное, и они вправе его носить. Если там есть десантники, то они вправе его носить. Если есть там с добровольческих батальонов люди, которые имеют право, а те, кто не имеет права, я думаю, что бряцать оружием не надо. И нам для того, чтобы армия ребят, которые пришли с войны, для того, чтобы они не выходили на площади и не бросали гранаты, это я вам уже как ветеран Афганистана говорю, человек, который много раз был в АТО. Мы сегодня вот с ветеранами АТО, ребятами, готовим большой первый всеукраинский съезд ветеранов антитеррористической операции. 100 тысяч вернулось людей, опаленных войной, контуженных с посттравматическим синдромом. И они приходят и говорят нам, ну, мы для них как бы старшие, да, старшие ветераны. Они говорят, мужики, дома нас не понимают, матери, жены не понимают. Кто-то идет, извините, бухать, кто-то идет в криминал. То, что было у нас, но у афганцев 30 лет назад страна забирала оружие на границе, а здесь миллионы стволов оружия. И если государство по отношению к этим пацанам, 100 тысяч уже, 128 тысяч участников боевых действий, дембелей, еще столько же там, 250-300 тысяч, неизвестно, когда закончится война, придет сюда. И если мы не поможем им адаптироваться, не создадим реабилитационные центры, не дадим им работу, не возьмем их в военкоматы, на полигоны, инструкторами, если мы их не займем, они займутся нами. И тогда будут уже не гранаты, а будут пулеметы, гранатометы и прочее. И меня лично это больше всего беспокоит, потому что мы этих ребят должны встретить. Я не хочу, чтобы тем, кто воевал в АТО, говорили как нам. Я вас в Афган не посылал. А им сегодня, как они говорят, отдельные тыловые крысы, уже говорят, а я тебя в АТО не посылал, а иди докажи, что ты раненый, контуженный, обгорелый или там еще какой-то. Вот это меня больше всего беспокоит. Олена Дяченко, аналитика консалтингового бюро «Партия влады». Сергей Владимирович, захват Крыма Россией, который произошел, Украина на юридическом уровне признала временной оккупацией. Оккупация – это временное занятие территории без установления суверенитета другого государства. Хотя и президент, и вся власть говорит об аннексии, и по сути произошла аннексия. То есть установлен российский суверенитет. Там открываются российские органы власти, выдаются русские паспорта и так далее. Скажите, почему мы на юридическом уровне подыгрываем России? Почему мы назвали это оккупацией, а не аннексией? И второй вопрос. На сегодняшний день не существует юридических претензий Украины, территориальных к России.
Мы подаем только иски в ЕСПЧ по защите прав физических и юридических лиц. Территориальных претензий к России мы не подали. Планируются ли такие... А какие у нас могут быть территориальные претензии к России? По Крыму. По Крыму. Я маю это на увазі... не территориальная претензия, это наша территория. Тим не менше, суверенітет чужої держави там встановлюється, і ми не заперечуємо. Ми не обратились в міжнародні суди. Скажіть, планується ли це, може, в частності, після ратифікації Римського статуту, будемо ли ми судитися за Крим? Я можу вам сказати, що, на мій взгляд, в чому ми, як держава, і я, як парламентарій, себе відношу до цього, в чому ми не дорабатуємо? У нас немає... утвержденная, на мой взгляд, должна быть утверждена на Совете национальной безопасности программа государственная по возвращению оккупированных территорий. И не только Крыма, но и Донбасса. Она должна быть понятна каждому украинцу, и она должна выглядеть как айсберг. Надводная часть этого айсберга может быть гораздо меньше. В ней должны быть просто, это как конституция. Мы вернем оккупированные территории. Точка. Все украинцы должны знать, это наше, мы не отдадим. Что касается подводной части, каждый государственный орган, служба безопасности, пограничники и МИД, все должны знать в этой программе, каждый должен, шаг расписан, информационная, Мининформполитики, все остальные, знать, что он делает. Это может быть во многом не публичная вещь, потому что, допустим, работу спецслужб нельзя придавать огласности, да, огласки, что делает там служба внешней разведки или главное управление разведки или служба безопасности. Но специалисты, министры, все должны знать, что они делают для того, чтобы вернуть? Из-за того, что у нас это должен быть системный документ, глубоко отработанный. Как только он будет принят, все будут знать, не будет хаотичного броуновского движения. А, сегодня придумали акцию, давайте перекроем. А, Б, сегодня что-то там придумал еще кто-то, давайте перекроем. Мы в информационном поле проигрываем. На чем Россия играет в Крыму? Зомбоящик постоянно долбит. Украина 23 года ничего не делала для Крыма и Севастополя. Значит, у них война на Донбассе, а если бы мы были в Украине, мы бы тоже воевали. Но я, как премьер-министр, знаю, что в 90-х голодных годах при Кучме построили за 120 миллионов долларов газопровод и дали каждому третьему газ природный, что мы восстановили Приморский бульвар в Севастополе и памятник героической обороне Севастополя, который 35 лет не могли достроить. Но это как примеры. А мы это даже подать не можем, то, что мы сделали. У нас нет системного подхода, в целом общегосударственного, к крымской проблеме. Тем более, что... Про системный подход до крымской проблемы и про інше с Сергеем Куницыным будем говорить еще после нетривалої перерви. В прямому ефірі «Свобода слова» і глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи підтримуєте ви заклики до повної блокади Криму. 52% глядачів у студії підтримують, це синя крива, 48% не підтримують, червона крива. При центральному мікрофоні Сергій Куніцин, народний депутат, радник президента України. Запитання Юлія Тищенко, Український незалежний центр політичних досліджень. Сергій Володимирович, ви згадали закон, ухвалений Верховною Радою минулого ще скликання про вільну економічну зону в Криму. Ще на момент його ухвалення, ну, багато хто застерігав, що він, в принципі, створює от ті корупційні можливості, насправді, які ми сьогодні бачимо. Ну, зокрема, і Росія, до речі, ухвалила рішення про створення вільної економічної зони в Криму. Да? Тобто там фактично така собі, не знаю, чорна, сіра, по-різному можна це називати. Були неодноразові, ну, і одна з вимог цієї, я б не називала це продовольчою блокадою, це, ну, блокада проти контрабанди, власне, сьогодні. Одна з вимог – це, ну, там, чи перекляч, чи скасування цього закону про вільну економічну зону. Ну, ви говорили тут в цьому контексті про Херсонську область. Вже, ну, фактично, з моменту ухвалення і різні експерти, і в самому парламенті зареєстровані, і, наприклад, паном Джемілєвим, і ще депутатами з блоку Петра Порошенка, різні, скажімо, закони,
закони чи правки до цього преснопам'ятного закону зареєстровані. Але за рік нічого не змінилося. Чи є, можливо, в парламенті якісь сили, які зацікавлені в існуючому стані речей? Чи, я не знаю, чи в уряді, чи в бізнес-середовищах, власне? Ну і, скажімо, оця ситуація з українським бізнесом, частина експропрійована, частина зареєструвалась і в Росії, і в Україні. Тобто, от як тут можна все це владнати для того, щоб, ну, по-перше, боротись з контрабандою, інша ситуація, щоб дійсно ми певних зв'язків з Кримом не втрачали? Ну, вы знаете, это в прошлом созыве депутат Терехин, если мне не изменяюсь, память, да, внес проект закона о создании свободной экономической зоны. Я за этот закон не голосовал, потому что в 1994 году, когда я был народным депутатом первого созыва и мэром Красноперекопска в Крыму, я создал первую на Украине северокрымскую экспериментальную экономическую зону «Севаш». И даже диссертацию кандидатскую защищал на эту тему. Потом мы создавали территорию приоритетного развития в Крыму и привлекали инвестиции. Кстати, в начале 90-х, когда в Крыму был президент преснопамятный Мешков, и тогда Крым чуть было не откололся в Россию, мы тогда вовремя среагировали. Мы создали на перешейке свободную экономическую зону, спасли химический комплекс Крыма, а это 36% производства. Поставили батальон Национальной гвардии, Марчук тогда был премьер-министром, оперативно, как бы взяли Крым за горло, перешеек крымский, и не дали тогда северу Крыма оторваться. Вовремя среагировали. Я когда была аннексия Крыма, меня же послали туда, я 2 недели жил там на осадном положении нелегальном, спал там у своих друзей-афганцев по подселкам татарским с пистолетом, потому что за мной там гонялись эти зеленые человечки. Я тогда приехал и Александру Турчинову сказал, что мы слабы, Майдан только победил, но вся структура власти снизу доверху, Януковича. Давайте сделаем референдум крымский бессмысленным. Давайте в парламенте примем закон. Был в 92-м году принят закон, когда Крым качался. Тогда при Кравчуке сделали очень оперативный и мудрый закон о разграничении предметов ведения между Киевом и Крымом. Создали автономную республику и отдали Крыму все полномочия, кроме суверенитета и денежной единицы. И если бы мы 1,5 года назад в первом чтении приняли закон о том, что отдать Крыму любые полномочия в гуманитарной, культурной, бюджетной сфере, создать свободную экономическую зону. Я сказал, в первом чтении принимаем, посылаем крымчанам месседжи и говорим, мы вам все отдаем, останьтесь в Украине. Там этого ждали. Тогда, возможно, бы у нас был шанс удержать Крым в составе Украины, если бы мы это все им отдали. Ну, на что ответ был такой, что идеи хорошие, но это все козыри для торговли с Россией. На что я сказал, Россия с вами говорить не будет, потому что они тогда нас не признавали. Парламент еще так-сяк признавали. Поэтому свободная экономическая зона, которая создана, не работает. Потому что для того, чтобы она работала, еще нужны были приняты быть постановления Кабинета министров. Поэтому через нее никаких дыр нет, потому что постановы Кабмина не приняты. Но механизм это хороший, и его надо перенести. И сейчас мы с Жебелевым Чубаровым работаем над тем, чтобы перенести его на территорию Херсонской области. Территории свободной экономической да, зоны. Но это глупость, конечно. Поэтому работаем сейчас над этим. Точно так же, как я вам скажу, по Донбассу. Я Петру Алексеевичу Порошенко написал предложение, что мы должны создать СЭС Донбасс, расположить ее на освобожденной территории, создать управляющую компанию, указом президента назначить главу администрации этой управляющей компании, и деньги, которые будут идти, или бизнесмены, которые захотят восстанавливать Донбасс, значит, давать им льготы на сырье, оборудование, материалы, возимые для реализации восстановления Донбасса, на оборудование, на материалы. И это должен делать Киев. Бизнесмены, которые захотят восстановить Донбасс, у них должны быть нулевые ставки по налогу на прибыль, по таможенной пошлине, по земле и по прочим делам. Тогда и Донбасс увидит, что мы им помогаем, и бизнес туда пойдет для восстановления. Но это будет делать Украина. И я знаю, что это воспринято, и сейчас в этом плане ведется работа. Я вас поддерживаю. Мы сейчас с Жемилевым Чубаровым, и не только, и с Алексеем Гончаренко, у нас же группа «За Крым» создана в Верховной Раде. Мы сейчас работаем над тем, чтобы видоизменить этот закон, и чтобы все-таки этот льготный режим существовал на Херсонской территории. Потому что крымчане должны видеть, что на материковой Украине уровень жизни лучше, выше, и они совершили ошибку. А мы их в этом должны убедить.
Я дякую Сергію Куніцину, раднику президента і народному депутату.